И уже ближе к вечеру стало известно еще одном смертельном ДТП. Уже под Дзержинском на трассе М1 столкнулись сразу несколько автомобилей. Погибли два человека. На месте работают медики и спасатели. Движение здесь практически заблокировано. Затор растянулся на несколько километров в обе стороны. Что стало причиной аварии, еще предстоит выяснить. По предварительной информации, у грузовика во время движения лопнуло колесо. Он опрокинулся на легковушку, в которой люди ехали на дачу. Они погибли. Водитель большегруза в реанимации.